Вот, вот она дырочка у меня. Вот откуда бежит вода. Ну, жидкость охлаждающая. То есть у меня, получается, кожух вентилятора пробил дырку. Отсюда утечка. И вот как у меня протерло. О, дырка какая. Так вот у меня протер кожух вентилятора. Вот он вентилятор. Здесь вот протер такую вот дырку. Сейчас мы ее будем заделывать. Я буду ее заделывать обычной холодной сваркой. Сейчас весь радиатор промою, прочищу и буду заделывать. Начинаем ремонт радиатора. Что нам нужно? Во-первых, нам надо его почистить. Он очень грязный. Он весь в песке, в мусоре, во всяком. Для этого мне нужна вода, разбрызгиватель, чтобы он под струей подавал воду. И потихонечку сейчас начнем его отмывать. Особенно очистить вот эти отверстия, которые будем заделывать старым способом. Просто струей вот так вот пробиваю, пытаюсь пробить все эти соты. Я не знаю, реально это или нет, но попробую. Возможно, они даже затираются так, что просто, как говорится, только замена, больше никто не спасет его. Но я попробую все-таки прочистить. Может быть, получится. Вот здесь вот соты пробились, видно, что вода не брызжет. А где вот она брызжет, значит, соты забиты полностью. Ну, попробуем пробить все-таки струи. Ну вот как мог, очистил радиатор. Очищается он плохо, то есть его нужно замачивать, я узнал, в ферри. И все это дело под струей воды из обычного шланга, то есть необычного, небольшого давления. То есть не который вот автомойки, он загнет все это дело. Надо промывать. Что сделал я? Сходил в магазин, купил вот такой вот герметик для радиаторов. То есть там есть возможность нанесения на мокрые и замасленные поверхности. И там вот эта холодная сварка, так называемая, ну специально вот для радиаторов. Вот, все сделал по инструкции и замазал. Вот он шов. То есть он у меня сейчас где-то 10 минут будет высыхать. Когда более-менее подсохнет, схватится, я его поставлю, и через час-полтора можно будет уже использовать. Вот. То есть буду уже заливать воду и пробовать.